Всем привет! Вы на канале Pixel Angel. В этом видео я нарисую необычного котика по клеточкам. И чтобы нарисовать этого котика, я беру черный фломастер для контура и восковые маркеры. Это такие карандаши, они очень мягко рисуют, не пропечатываются на другую сторону, не пачкают руки. Вот так выглядит фиолетовый маркер, он даже немножко прозрачный. Вместо восковых маркеров можно взять обычные карандаши цветные, можно взять восковые карандаши и даже можно взять фломастер. Но тогда котик получится очень-очень яркий. Берем черный фломастер и начинаем рисовать контур котика. Начинаю рисовать от верхнего левого угла. Эта клеточка у меня будет верхний левый угол. От нее я иду вправо на одну клеточку и закрашиваю вниз 6 клеточек. От нижней клеточки идем влево, закрашиваем вниз 3 клеточки. От этой клеточки поворачиваем вправо по диагонали вниз и закрашиваем 2 раза по одной клеточке по диагонали. Теперь закрашиваем 2 клеточки вправо по горизонтали. Теперь 7 клеточек вправо. От вот этой клеточки идем по диагонали вниз влево, 2 клеточки вниз закрашиваем. Теперь 3 клеточки влево закрашиваем. Две клеточки вниз закрашиваем. А теперь от этой клеточки идем по диагонали вниз вправо и нужно закрасить полосочку вправо 11 клеточек. Теперь одну клеточку вниз закрашиваем. От этой клеточки идем по диагонали вниз вправо. Отмечаем клеточку, здесь соединим контур, потому что здесь будет много клеточек. Теперь от вот этой клеточки одну клеточку вправо закрашиваем. Идем вниз по диагонали вправо и закрашиваем 2 клеточки по горизонтали. Теперь 7 клеточек вправо закрашиваем. Идем вверх по диагонали вправо, 2 клеточки закрашиваем вправо, еще 2 клеточки вправо, теперь 5 клеточек вниз, от этой клеточки идем вправо, 3 клеточки вниз закрашиваем. От вот этой клеточки 2 раза по одной клеточке по диагонали вниз влево закрашиваем. И вот здесь 2 клеточки по горизонтали закрашиваем. Теперь от вот этой клеточки идем вправо. 7 клеточек вправо закрашиваем. От этой клеточки 2 клеточки по одной по диагонали вниз вправо закрашиваем. От этой клеточки по диагонали вниз вправо идем, 7 клеточек вниз закрашиваем. Теперь от этой клеточки влево по диагонали вниз еще 2 клеточки по одной. 2 раза по одной клеточке закрашиваем. И теперь от вот этой клеточки по диагонали вниз влево отмечаем клеточку. И теперь вот эти 2 клеточки соединяем полосочкой. Теперь от вот этой клеточки перепрыгиваем влево 4 клеточки, на 5 останавливаемся. 1, 2, 3, 4, 5. И от этой клеточки идем по диагонали вверх. Вправо. И вот эти 2 клеточки теперь соединяем полосочкой. Это чтобы не считать эти клеточки, не сбиваться. Теперь одну клеточку по диагонали вверх закрашиваем. И 2 клеточки вверх здесь закрашиваем.
Теперь от вот этой клеточки перепрыгиваем вправо, 4 клеточки, на 5 останавливаемся. 1, 2, 3, 4, 5. 2 клеточки вверх закрашиваем. Теперь 5 клеточек вправо закрашиваем. И одну клеточку вверх здесь закрашиваем. Теперь от этой клеточки идем вправо на одну клеточку и вниз одну клеточку закрашиваем. От нее перепрыгиваем одну клеточку вправо, одну клеточку закрашиваем. И еще одну клеточку перепрыгиваем вправо и одну клеточку еще закрашиваем. От вот этой клеточки перепрыгиваем вправо 4 клеточки и останавливаемся. 1, 2, 3, 4. Идем вверх, отмечаем клеточку, вправо, вниз. Квадратик 4 клеточки закрашиваем. От этой клеточки перепрыгиваем влево 4 клеточки, останавливаемся. 1, 2, 3, 4. Идем вверх, влево, вниз. 4 клеточки закрашиваем. От вот этой клеточки идем на одну клеточку вверх и перепрыгиваем вправо одну клеточку. Вот здесь одну клеточку закрашиваем. И от этой клеточки идем на одну клеточку вверх, одну клеточку влево перепрыгиваем, одну клеточку закрашиваем. От вот этой клеточки перепрыгиваем вниз 4 клеточки, на 5 останавливаемся. 1, 2, 3, 4, 5. И закрашиваем одну клеточку. От этой клеточки по диагонали вниз закрашиваем влево одну клеточку. И одну клеточку по диагонали вниз вправо закрашиваем. И черный фломастер больше не нужен. Сейчас будем раскрашивать котика. Сначала я беру голубой восковой маркер и закрашу лапки котика вот здесь голубым маркером. И вот эту лапку тоже здесь закрашу голубым. 4 клеточки. На хвосте сделаю полоски голубые. И на грудке немножко клеточек закрашу голубым. Но я не ровно по клеточкам рисую. Края будут немножко размыты. И вот эту серединку мордочки я тоже закрашиваю голубым. Теперь я беру фиолетовый восковой маркер. И в ушках здесь... Сверху ушек закрашиваю фиолетовым. Вот здесь немножко на мордочке. Хвостик будет у котика фиолетовый. И спинку я тоже закрашу почти всю фиолетовую. Оставлю немножко полосочек для розового маркера. Оставшиеся белые клеточки я закрашу розовым маркером. Вот такой необычный сиренево-розово-голубой котик у меня получился. Котика можно раскрашивать карандашами, фломастерами, восковыми карандашами, как захотите, любыми цветами. Срисовывайте котика. Кому понравился мой рисунок и идея, не забывайте ставить лайк под видео. Кто еще не подписался, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока и до новых встреч на канале Pixelenger.